Тем временем на трибунах Верховной Рады новая драка. Обсуждали львовского мэра. Депутат от оппозиционного блока Дмитрий Колесников заявил, что градоначальник, замешан в коррупции, должен отправиться в отставку. Не согласен оказался один из народных депутатов Владимир Просюк, который решил прервать речь коллеги вот таким способом. Сбросил микрофон, схватил за грудки. Тут подоспели и другие парламентарии, которые пытались то ли разнять дерущихся, то ли помочь отстоять позицию. В итоге заседание прервали до восстановления порядка. Не робити свідомих провокацій в залі.